Прямо на асфальте перед пешеходным переходом несмываемой краской малыши из детского сада «Дружная семейка» напомнили главное правило родителям – не упускать из вида детей на проезжей части. С 20 мая в республике стартовала профилактическая акция «Внимание, дети», направленная на акцентирование соблюдения правил дорожного движения и детьми, и родителями. Не секрет, что именно в присутствии родителей чаще всего дети такого возраста, садиковского, нарушают правила дорожного движения, вырывают руку, выбегают на проезжую часть, что может служить причиной большой трагедии. В акции приняли участие родители, педагоги, ну и, конечно же, сами дети. Организатором мероприятия выступило государственное бюджетное учреждение безопасности дорожного движения. Впереди летние каникулы и главная цель взрослых – сделать их безопасными для детей. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.